заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Наша крыша, небо голубое, наше счастье жить такой судьбой. Я его не вижу, Надя. И меня? Не знаю. Счастье жить такой судьбой. Бесполезно, не видать. Даже белых моих зубов? О, зубы вижу. Зубы вижу. Наш костер. А когда костер горит, нельзя зажигалкой прикуривать, ты что, не в курсе? Да? Конечно. Опа. Да. Ага. О-о-о. Все, ушла зажигалка. Это точно. Белый. Хе-хе. Надя. Какая же Надя красавица. Ну поближе к костру, чтобы вас видно было, елки-палки. Поет Артем Белый, если кто не видит. Хоть более-менее видать. О, уже песня такая будет охрененная вообще. О, видишь? Да, видно. Почти. Забытая песня звучит во мне. Усну и услышу опять мелодию жизни, что плачет во сне и что не могу записать. Пытаюсь запомнить прекрасный мотив, слова, что откроют мне рай. Как там? Каждый? Нет. И там мудрый говорит. Как там было? О! Все, точно. Все. О. Присядь, чтобы тебя видно было. Отвали, и мудрый говорит. Каждый костер когда-то догорит. Делает не так. Был мудрей, кто свой огонь сберёг.
И еще не все погасли красный. Белый горит. Еще не жаль огня. И Бог хранит меня. Все краски дня, и Бог хранит меня. И мне не жаль огня. Николай наш доблестный работник охраны, так. Анастасия. Значит, Анастасия. Так, Лена проснулась, что ли? Вот такая песня. Понятно. О, то есть, ну ты тут костер, конечно, развел не то, что я там что-то там. Слушай, ему задание дал он. У-тю-тю-тю. Все сделал. Я развел такой. Немножко погреемся. А это, о. Это о, я, братцы. Уже киты выбрасываются на берег. Да, про китов. А ты знаешь про китов? Ты же знаешь. А что там? Ну, что там, киты там туда-сюда. Туда-сюда. А, погранцы. О, классная песня. Киты или погранцы? Ну, там... Оказалось, это песня про погранцов. Но там киты есть. Ну, киты это китайцы там, на самом деле. Да. Но... Автор Артем Белый. Ну что? Улыбнитесь, вас снимает куряги, камера. Куряги! Ну что? Когда курить-то бросать будете? Как бычок-то. Простой разговор. Тропам к нам выходят киты, на мертвой зоне киты. Секретка ждет и перетернут затвор. Простой разговор. Мертвая зона, родная земля у гарнизона. Мертвая зона. Меня родная семья, мертвая зона, родная земля у гарнизона, мертвая зона и воду концы, ведь мы погранцы, 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 по тайным тропам нам выходят киты. Секретка ждет.
Песня, знаешь, классная. Про жизнь прямо. Да. Что такая реальная, что было дальше-то? Стас, выключай камеру. А что выключай, подожди. Надо костерчик. Да ладно, костер. Пускай костер горит. Товарищ, это, да будь нам дров-то, ё-моё. Принеси. Да? Давай это, донесите дров-то, давайте, чё. А далеко идти? Вот сколько начинается, я ещё шуточку. Он не свет горит, пойдём, Стас, купим. Ещё одну шуточку. Купцы Руси Великой решили спекульнуть. Кораблик снарядили и двинулись в путь. Вот третий день волнуется, бушует океан. Как хуй в пизде болтается, кораблик по волнам. Кораблик по волнам. Ух! Каюте номер 8. Садко желанный гость. Хандоны надувает и хлопает о гвоздь. Всех шлет к ебени матери. Ох, мать его, иди! Давайте жребий бросим, кому на дно едим. Давайте жребий бросим, кому на дно едим. Вот бросили мы жребий, и на душе легко. На дно идти придется, под ебушу затком. Вот стал он собираться, собрал свой чемодан. Полпачечки гондончиков и что-то еще там. Полпачечки гондончиков и что-то еще там. Вот вышел он на палубу, из палубы бултых. Мелькнула жопа с яйцами, и океан затих. Пока на дно спускался, его ощупал спрут. Садко в недоумении,
это уж я буду. Садком недоумений. Не уж, да уж я буду. Лежит Садко на дне, и жопой мутит грязь. А сзади потихоньку его ебет карась. А перед ним картина, достойные пера, художники. Селедочки, сардиночки насилуют кита. Селедочки, сардиночки насилуют кита. А вот еще картина. Здесь все наоборот. Селедочек, сардиночек, огромный кит ебет. Селедочек, сардиночек, огромный кит ебет. Угарная тема, Рома. Класс вообще. Продолжим? Конечно, конечно. Самое дело. Продолжайте. Вечером маты бесплатно. Днем мат 100 рублей. Шире глазки злобные. Все круто. Ладно. Все, я забыл. Все кругу распугал. Все кругу распугал мыслями голодными. Да узрение не то. И зубы поистерлись. Заяц волчью бежал. Мыши та не ловит сам. Озарение. И вот там за речкой, знаешь ли, красной шапочке живет старенькая бабушка. Вот по енте и по тропе ходит бабки шустрые, носит с мясом пироги, рисом и капустою. А что-то там он в засаде на полдня, волк с голодухи мается. Жду прекрасные тебя, жду тебя, красавица. Слышит легкие шаги, и что-то там красная шапочка идет. Вылетает из кустов шамарусь рваная. Дай-ка быстро пирожок, мелкое создание. Только вышло все не так, как бедняга выстроил. Получил ногой в пятак и корзинку выпустил. Волчья шкура по кустам, по сосне размазана, и вдогонку по мозгам. Ой, что за безобразие. Как ему не повезло, расскажу вам, деточки. Повзъезжался серый волк с краповой береточкой. Ох, раз, да еще раз, да еще много-много раз. Вспомнил его эту песню тоже. Как ему не повезло, расскажу вам, деточки. Повстречался глупый волк с храповой береточкой. Опа! 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 Так, ну что, продолжаем наш концерт. Заявка проблема слушателей. Какие там заявки были, я не слышал. Владик! А, Дешкин Кот, как мы его не спели? Если ты, друг мой, знал, есть этот город вдали, каждый о нем мечтал, каждый о нем молил. Белые свечки дома на скалах его стоят. Я сегодня читала стих. Туман, тишина, лишь белый чек кричат. А вы с Владивостока? Начало берет. Солнце несут корабли. Синее море поет песни о любви. Владик, Владивосток, шепчут мои уста. Владик, Владивосток, город мечта, мечта. Владик, Владивосток, город моей любви. На площадях твоих бегает детвора. На берегу грустит
пора. На берегу твоем остались мои следы. Владик, Владивосток. Шепчут мои уста. Владик, Владивосток. Город мечта, мечта. Владик, Владик, Владивосток. Шепчут целые корабли. Владик, Владивосток. Город моей любви. Владик, Владивосток. Каждый о нем мечтал, каждый о нем молил. Владик, Владивосток, шепчут мои уста. Владик, Владивосток, город мечта, мечта. Владик, Владивосток, шепчут губы твои. Владивосток, город моей любви. Пока она нас не покинула. Опа. Так, мужчина, здесь никто не ругается матом. Я извиняюсь. Нельзя, когда сидишь с лауреатом, ругаться матом. Я просто это, произвольно. Больше не делай такого, мы наказываем. Очень жестко. Пить можно. Пить можно, а ругаться матом нет. Можно даже курить. Ругаться матом можно только лауреатом. Не, ну это песня была, елки-палки. Это же песня была. Песня. Это песня. А для связки слов это неприкольно как-то связка. Мне просто здесь много женщин. Я очень уважаю этих прекрасных дам. Татьяна. Надя. Простит мне шутки Пушкин пьяный. И так звалась она Татьяна. Какая же красивая женщина вот здесь сидит. Ты что балуешь там, а? И Калюня не балуй, а то отрежем тебе уши. Понял? Откусим уже. Мы есть хотим сильно, хрящики любим. Нет, друг мой, ты что-то заговариваешься? Ты-то почему хрящики любишь? А что хрящики? Только женщины любят хрящики. А хрящики не любят? Хряпать. Что это? Николай, ты не рассказывай.
5 баксов. Чуваки, да, хорошо. Проверяешь? Алюня зря. Едьте, парни, вам ничего не надо, мы в бар идем. Водки там, пиво не надо. Пиво возьмите. И сникерс. И сникерс. Возьмешь, Настя, сладко? Давай я возьму. И этот, как его? Балтимор. Кого? Балтимор? Короче, о, фонарик есть? Дайте фонарик. Нет, за ней нет никогда свободы. Не за ней нет никогда свободы. Короче, белый залез. Все. Нажрался, да? Нажрался. Вот сюда, короче, он залез как-то так. Тут что? Лена. Стас, не свети глаза. Ну, блин, мне ж надо тебя снять. Слушай, что-то не видно. Обалдеть. Как не видно? Он все видно, отсюда что? Пописать. Отвернитесь. Придумал. Артем, если брызги меня полетят. Я шучу, брызги. Это... Станислав Анатольевич не может весь лечь на кровати. Вот он спит вот таким образом у нас. Смотрите, люди. Знаешь, про Надя, он видишь, как развалилась? Мощно, сильно. И у нас щитоморники он живут. Щитоморники? Да. Они же нет, они не кусаются. Кусочек. Кусочек? Наступишь, укусит, не думай. Да хрен с ними. Спичка у вас есть? Ты вообще? Крокодилов не ловишь случайно? Крокодил Дэнни. Картина Репина. Станислав Анатольевич загорает. Картина Ивазовского. Надя куда-то пошла. Какие-то приключения искать. Тёлка. Да не, это не она. Во, какая тёлка. Во, лежит одна, вторая, третья, четвёртая. Там стоят что-то. А чем они занимаются? Они на море. Им хорошо. Они загорают на море. Ура, товарищи. Поздравляем. Одна вообще уже в жопу в море залезла. Давай, вставай. Мы же на пляж пришли. Ах, Ген, с тобой сейчас подумаем. Все легли, главное. Вы что все легли-то? Пошли в волейбол играть. Сам себе режиссер. Ну что, давай, что ли, уже встала. Да неохота, смотри, какое море. Смотри, как тут хорошо. Ох, море, ах, море, лето теплое, будь со мной. Отдыхающий на пляже, за буйки не заплывать. Чик. О, смотри, какая тёлка пошла. О, да, вообще ништяк. Му, Надя, скажи му. Скажи му. А вон Анатолич, крылатые качели, летят, летят, летят. Дай хоть щечку-то поцелую. Да отстаньте, смотри, какое море. Здесь устроили граждане отдыхающие, чтобы где не заплывать. Трала я на твои чувства. Ай, да и хрен с тобой, я бы полежу. Тоже мне принцесса нашлась. О, какое море. Третий день, остров Попов.
скалолазы мои идут. И на морозовке один. Это на мы лезем. Подальше. Ну что там такое-то, а? Чего такое? Ну как красиво у нас. Звезду сними. А где звезда? Ох, тут, наверное, в туалет сходи. Дай, что вы, наверное. Все, передавайте привет. Помаши маме ручкой, Надь.
просто вперёд, там, разводится. Так погиб наш товарищ. Все, пошел теперь, второй не будет. Пошел, пошел, прям по этому. Пошел. Во, когда надо идти на, видишь? И все. Вот, во, когда надо идти. О, покури, покури. Отдохни. Отдохни, никуда не ходи сейчас. Все, вот теперь пошла. Давай, давай, пошла, пошла. Как, вон, раз и все. А это зрители. Как все по-моему сразу танчики представляют. Я под эту музыку так классно танчики играю. Давай, прощай, остров Попов. Мы еще приедем. Держись, брат.
Понятно, Титаник. Никому тут смотреть не мешает, нет? Нет. Нормально. Обзор не закрываем. Ух, классно. Здесь лучше, чем сзади. Да. Прикольнее. Быстро едь! Она сошла с ума. Там уже маяк. Там уже маяк. Да. Как называется корабль? Корабль называется «Берег мечты». О, класс! Красиво. Это вот это и есть «Берег мечты». Там нужна, ребята, вон там. Вот такая вот примерно. Ловись, гроза большая и маленькая. Сколько я проходил?
Появись, гроза, большая и маленькая. Ух ты, заснял? Вот там, наверное, заснял. Посмотрим. Недовольный весь, да, мокрый весь. Не меня, я довольный. А, белый довольный я всегда. Классно, да. Подождем. Ну, конечно, ну иди, иди еще там потусуйся. Я пойду еще потусуйся. Давай, конечно, давай. Иди тусуйся. Ой, веселый парень. Дождик лей-лей-лей, чтобы было веселей. Дождик лей-лей-лей, чтобы было веселей. Тра-та-та-тра-та-тра-та-та. Надо кому? Надо кому? О! Кайф! Лысого хрена, кайф! Не пускай никого сюда! Не пускай! Куда? 50 рублей вход. Что такое? Да ладно! Всем хорошо. Музыку абсолютно включает лицо. Что мы тут видим? Объясню на примере. Возьмем типичный риф какой-нибудь тяжелой группы. Скучно. Что написано? Артем Белый. Че? Да не наград. А не видать ничего. Давай, давай, снимай. Ваш ник на номер. Какая песня какая-то? Ваш текст. Значит, играем в бильярд. Счет. Счет не будем. Счет не будем показывать. Так. Че, перемотать назад? Ну, чемпион! Мотовилов встал. Так. Сейчас будет удар. Удар. Вот, своячок третий. Стеночка.
Ты напрёгся. Настя. На центр ставь. Эй, ты чё? А, точно, точно. Простите. После бильярда икающая Надя. Довольный и Стас. Замерзший Стас. Довольный. И я. Возвращаемся домой. Супер бабка на батарейках. Она как это, игра есть такая, знаешь, шарик летит там. Она мастер спорта. Темные, да? Без, без. Это Надя, если кто не узнал. Мы кушаем в китайском ресторане. Да. Рома даже по специальному оделся. Да. Покажите. Да. Просто вот так оделся Артем Белый сегодня. Специально в китайский ресторан. Вот такие у него. Очень вкусные кусочки свинины в сухариках. Да. Улиток не дают. Не дают улиток? Не дают ни улиток, ни гады. Опа, еще разок можно? Кузнечиков. Нет, кузнечиков тоже не дают. А лягушек? Дают лягушек? Да, во Франции, естественно. Да? Это Франция, да? Нет, китайцы тоже делают лягушек. Не отличит. Так. Ну ты иди куда-нибудь. Опа, рекламируем, реклама кроссовок Adidas. Заносит фирму Adidas. Ну, короче, тут ребята дед гвоздем яйца рисует, вот скажем так. Вот гвоздь, значит. Фамилия этого деда Фаберже. Да правда, что ли? Фаберже.
там еще в том. Молодцы. Луги. Можно руку поставить, и они к руке коснутся. Вот и что. Ва, крутится! Молодцы какие. Да. Ва, пойму-ка водичку пьет. Ага, машет. Головой машет. Еще там машет. Я не достала. Там нету ноги. А там у меня есть. Чтобы она уехала домой, мама. Пойдем. Сейчас, сейчас. Смотри, смотри. Скоснется. Так, а много. Да? Сейчас, смотри, выплюну, да? Во. Ага. Пожарит тогда? Ну, конечно, разбираешь. Чувак пришел там, ты знаешь его? Руки показывает, да? Белый завет. Ну, смотри, втроем. Опа! Я зову ее. Смотри. Давай, с работы. Приготовь, сейчас мы сделаем. Давай, давай, давай. Сим. Иди, иди вон, вон. Вон туда. Сейчас подойдет. Все понимаю. Надо ему руку туда, а то работать не будет. Молодец. Кто здесь желающий фотографировать? Хочешь? Хочешь, я сел? Давай. Стоп-кадр. Ну давай теперь это самое. Сфотал, нет? Да. Давай фоткай, сделай фотку. Не, я тебе говорю, не получается фотоспышкой. Ух ты, какой красавец. Надо периодически подкармливать, а то он приватный. Понятно. Стас, дай-ка я тоже так попробую. Ой-ой-ой, промазал. Он сейчас найдет. Промазал. Лоб мокрый? Да. Давай. Можно просто руку вертикально держать, чтобы не выпрыгнуть. Давай. Так. Ой, хорош. Можно о том. Ну что, давай лбом. Опа! Кайф, 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 кайф. Надя, что ты не хочешь попробовать? А, еще. Рыбку брать. Ах ты какой! Ух ты! Че, как, в лоб поцеловал? Ой, рыбка вкусная, вкусная рыбка, да? Вкусная! Давай! О, еще рыбку хочешь? Давай тоже подходи. Нет? Какую рыбу взять? Верху. Все, наверное, хватит. Все, брат. Тихо, тихо, тихо. Давайте, братцы. Всем пока. Давай. Че вы там? Че вы разорали? Сейчас хвостом как нас. Нет. Вот у них разговоры тут ведут. Да.
подавился, слышишь, не в то горло попала вода. Ой, хорош, хорош. Хорош, хорош. Да? Крутит. Ой, еще один пробует работать. Работают не все, да? Работают не все, да? Ну, не даем. Он что-то отгоняет себя, не дают там. Молодец, что это не повторяйте. Ну что, ну не видать ничего, хочу вас обрадовать. Ну, что-то хорошо, нормально, более-менее. Белые с Надеждой тут танцуют. Надежда, что за белые с тобой, а? Ой, какие кроссовки! Ну, прям... Ой, какие тапочки у Надежды. Прям вообще... Приоделись, примоднились. Ну, вообще... Ну все, конец танца уже, все, конец. Включай. Yeah.
составляет себе сам. Ведь такой Рома грустный. Единственный из финансовых рынков. Есть десерт, не хочет. Не хочет. И не хочет. Ну ладно. Животик. Отметить, что существуют методы управления телерисками, а также прогнозирования жертв. Чего ты заболел? Всему этому посвящены программы обучения компании Forest Food. Мы приглашаем вас на занятия, которые наша академия проводит каждый день. Там вы сможете более подробно познакомиться с нами. Стас, ты уже все съел. Куда все умещаешь, да? Вроде конец. Не проспонсировать. Привет, ребята. Мы на работе. Мы работаем. Серега, ты на что напил? Думаю, 930-й. Батарейка села! Говори быстрее! Батарейка. У меня батарейка пустая! Не-не-не, Серега, это просто Стас на заднем плане тут вот про тариф батарейку вспоминает. Серега, не беспокойся, ну, мы же говорим по проводному телефону. До тех пор, пока есть электричество в сети, мы имеем шанс с тобой. Ой, кажется, электричество отключают. Ой. Говори быстрее. Ты же все просмотрел. Вальдемар тебе будет рассказывать. Да, в этой компании были добрыми. Ну что говорить? Я бы охренел совсем, ну. Нет, в сговор с совестью не вступал. Пивом или не ел, поэтому, Серега, извини, извини. Я тебе колбасу обещаю. Негодяй просто, да? Да. Ууу, как ты нас представляешь, Сереге. Серега, твой омуль в морозилке. Продался, что есть? Да, да. Не-не-не-не-не-не. А это не ваша рыбка там, не ваша. Не ваша рыбка. Юрка, все, Стас, ой. Юрка, это твоя работа, вот она. Да, вот она. Вот тряпочка. Тряпка была просто в виде. Как она вкусно пахнет. Да, у меня вот такая тряпочка. Вот у них такой разговор сейчас был. И я тебе просто тогда такой напиток сделаю. Серьезно? А знаешь как, ну можно же не без френч-пресса. То есть кидаешь там 4 ложечки, скажем, и завариваешь пяточку. Это будет очень крепкая. Не, ну просто, ну... Артём, вот ты не понюхал даже, вот, вот он... Блин! Ох, какой он! Ой, шоколад. Ах, какая. Шоколад пахнет вообще. Да. Вы еще обсудите стиральный порошок, я это вообще буду кайфовать. Стас, спроси его, как, каким он стиральным порошком пользуется. Каким порошком, каким стиральным порошком вы пользуетесь? Затруднение постоянно. Нет, нет, он думает. Убирает. А я им не пользуюсь. Тайтом он стирает. Несмотря что, на если отбелить, скажи, надо, то это. Вы обсудите там, как там пятна, цветные, там белье, как стирать. Какую он больше любит? Ну все, все. А ручную или автоматическую стирку? Сейчас такой, убери камеру, убери! Нет, Артём, нас интересует верхний. Надо снимать скрытые камеры, потому что я не могу... Нас интересует верхний, верхний. Присутствие красного глаза. Верхние какие вот вам нравятся больше? По цветовой гамме скажите. Не, при чем цветовой? Ты нам по качеству объясни. Мне кажется, что в первую очередь наушники должны совпадать по цвету ушей. Цветовая гамма ушей должна повторять или логично, гармонично продолжать цветовую гамму ушей. И поэтому для ваших ушей, мне кажется, Артём, было бы наиболее приоритетным использование зеленой. А почему не синий тогда? Вообще есть добрые рекомендации, скажем так, не слишком. Синий, желтый. Боже мой, что ж я такой маленький. Что такое, не видишь, что ли? Пожалуй, я бы, наверное, предложил вот эти наушнички. Послушать вряд ли, вот поносить было бы интересно. Потому что они ну как-то не пригружают голову. Легкие, то есть легкие, мягкие. Очень-очень адекватно себя ведут. Послушать не послушать, но поносить с удовольствием. Да, вот как-то вот так вот.
Ну вот это вот громоздкие я прямо сразу чувствую. Ну вот это вот, кстати, тоже, по-моему, хороши. Хороши. Ну, по-моему, Артем, все-таки я тебе предложил безальтернативный вариант. Вот CD 760-я моделька, они наиболее оптимально подойдут под ваши задачи. Это я как вам практически профессионально. По-моему, замечательно. Смотри, какие элегантные. С включениями вставки под дерево. Вкраплениями. Вкрапления. Вкрапления из этого Владивостокского дуба, да? Видишь? Да, и к тому же они замечательно повторяют форму вашей головы. Хороши, хороши. Только мне кажется, что вот немножко бы достроить до сферы вот так вот голову было бы. Или дополнить волосами. Да плохо они прижимаются, пожалуйста. Вот да, это... действительно, при форме такой, при такой форме головы прижать к ушам. Ты хочешь вызвать у меня комплекс? Нет. Формы головы. Все исправляют. Там черты лица, там нос, глаза, брови. Вот форму головы я вот не видел, чтобы исправляли. Только кувалды, наверное. Мамка хуй, так, так. Если так, если ты будешь посплющенный, там, прессом. Под наркозом, конечно, все. Так, Артем, слушай, знаешь что, ну давай, наверное, все-таки посмотрим для твоей головищи-то. Что-нибудь такое вообще? Может быть, интересник. Да, я чувствую, блин, украсть у нас наушники практически невозможно, я так понимаю. Потому что явно начнешь привлекать к себе внимание судорожными такими вот потугами. Ну вот смотри. Ну вот, кстати, у меня есть сомнения. А что там, встроенный усилитель какой-то есть, да? Они бывают громче, бывают... Да, есть наушники разные. То есть все зависит, конечно, еще и от качества звучания. О, мы сейчас проверим, ну, где-то входит. Это все наушнички, знаешь, такого... Я бы сказал, ширпотребного качества. Ну вот это вот такие уже тяжеловатые, массивные. Не туда, да? Может, у меня слышка там, роль там требует, может, не хочет, нет? Что-то ухо одно. Второе, а ты поставил режим моно, стерео? Ну, у меня нормально все дома с моими наушниками. Подожди, Влад, за такой цены вообще супер. А зачем два выхода? Че, у компьютера есть два выхода? А вот просто видишь, у тебя... Погулять. Да, инопланетяне. О, классно. Классно пишет. Тут симфония такая играет, ребята. А чё ж у меня-то всегда вот в одну сторону-то они? Куда там, как там ты говорил? Какое ты слово говорил? Слушай, он лазит, встал на сайте www.ru. Про пипетки, откуда ты знаешь? Про пипетки. Да. Скажи. Белый. Белый, ты меня слышишь? Алло. Белый. Я думаю, Стас, если сейчас так выпустить... Вот даже интересно. Ну, еще на работе задержался. Чугай! Чугай! Яй-яй! Я думаю, что они там... Пой-пой. Не фальшивил? Нет, классно получается. Я думаю, почему все в наушниках поют? Ну, тогда все в наушниках поют. Это там они, видимо, спели и потом еще раз поют, да, или что? Не знаю. Ну, вот такая тема сегодня вы купили. Ну, что, кто купил-то? Никто не купил, подарили. А, подарили. Ты что? Выманили все-таки, да? А что, никто не выманивал, он сам хотел, да? Сам подарил наушники, да, и мышку передачу. Значит, наушники подарили вам, Артем, мне, да? Да. А мышку подарили Надежде, потому что такая красивенькая, понравилась, короче. Какая удобная мышка, в танчике просто ты обалдеешь. Да? Вообще такой чувствительный. Ну, летает как надо. А это теперь, ну-ка подожди, а это теперь работает?
Тоже работает. Тоже две мышки, я моя. Ну, тут можно с двумя мышками. Так, что, братцы, я пошел на концерт.